Под влиянием рекламы жители Твери чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду. 23 октября рекламщики России отмечают свой профессиональный праздник. Сервис «Суперджоп» узнал, какие товары и услуги приобретают под влиянием рекламы жители Твери и какой рекламный продукт произвел на них наибольшее впечатление. В открытых запросах приняли участие экономически активные граждане. Чаще всего покупают продукты питания 8%. В топ-3 также вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу 7%. Бытовая аудио- и видеотехника, одежда и обувь по 6%. 4% респондентов реклама стимулировала к покупке электроники, по 2% к покупке сладостей и лекарств, по 1% под влиянием рекламы покупают товары для детей, безалкогольные напитки и бытовую химию. Среди других товаров и услуг – обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортивный инвентарь, мебель, канцтовары, автозапчасти. Женщины под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию, средства по уходу и одежду и обувь. Мужчины – продукты питания и гаджеты. 54% горожан не связывают покупки с влиянием рекламы.